Лагерь «Лесная сказка» открыл свою вторую смену. И пусть сегодня моросит небольшой дождь, непогода не может повлиять на праздничное настроение всех присутствующих. В очередной раз «Лесная сказка» с гостеприимством встречает мальчишек и девчонок. Большинство ребят прибыли на летний отдых в этот лагерь далеко не первый раз. И вновь встречают своих друзей, конечно, обретают новых, тех, кто здесь впервые. Церемония открытия смены в «Лесной сказке» – это всегда праздник, которого ребята ждут с нетерпением. Очень долго думали, открывать, не открывать на площадке уличной. В итоге решили на линейке делать открытие, потому что дети готовили всеми отрядами общий лагерный танец, веселый, заводной, оригинальный. Все получилось прекрасно, у всех настроение чудесное. Здесь ощущается особая атмосфера. Лагерь имеет многолетнюю историю. Более 75 лет он ежегодно в летнее время открывает свои двери перед мальчишками и девчонками. Отдых в «Лесной сказке» помнит не одно поколение. Мы друг за друга, и это очень сплачивает, эта дружба, она потом идет у детей, она годами идет. Вот уже мы в составе муниципалитета 11-е лето проводим, и уже одна мама, бывшая наша воспитанница, привезла сюда 7-летнего ребенка к нам. Это место прям тянет. Каждое лето. Ну, нереально прожить хоть одно лето без лагеря. Здесь очень интересно, здесь хорошие вожатые, здесь хорошие дети в отряде, и все время летом интересно здесь. В лагере учтено все для комфортного, интересного, а главное безопасного времяпрепровождения ребят. Стоит отметить, условиям летнего отдыха детей уделяется большое внимание как на уровне Щелковского района, так и всей Московской области. Губернатор масштабный проект осуществляет, а мы свои локальные проекты осуществляем. И Андрей Юрьевич тоже к нам приезжал буквально 20 июня. Я остался очень доволен лагерем «Юноармеец». И сейчас вот у нас совместный проект с Москвой. Если у человека что-то получается делать хорошо, он должен это делать. У Андрея Юрьевича получается, поэтому мы его поддерживаем. Развитие строительства новых детских садов, новых школ, выполнение указов президента, развитие системы дополнительного образования. То есть все эти направления получили развитие. С 2013 года очень активная. Каждый год увеличиваются средства и на зарплату педагогов, и на ремонтные работы. Поэтому мы уверенно смотрим в будущее. Уже придуманы названия и девизы отрядов, а впереди несколько недель летнего отдыха, которые ребята без сомнений проведут с пользой. Смена носит творческий характер и обещает быть насыщенной на культурные и спортивные мероприятия. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».